Евгений Миронов – один из самых закрытых и загадочных актеров нашей страны. О его личной жизни почти ничего не известно. Ходили слухи, что у Евгения был роман с Анастасией Заворотнюк. Поговаривали о его отношениях с балериной Ульяной Лопаткиной. Всерьез обсуждали роман с Аленой Бабенко. В 2019 году Миронов ошарашил поклонников новостью. У него, оказывается, родился сын от суррогатной матери. Сейчас маленький Петя часто появляется с отцом на светских мероприятиях.